Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто становится второй мамой для малышей дошкольного возраста. Те, кто приходит в профессию не случайно, а с большой ответственностью подходит к своему делу. Те, кто способен полюбить чужих детей, как своих. Профессия педагога – самая важная любовь. Любовь к детям, любовь к труду. Если человек любит свою профессию, то, соответственно, будет достигать самых главных вершин. Главная вершина – победа в конкурсе «Воспитатель года». В этом году почетное звание получила Дина Кожемякина. Она работает педагогом уже 12 лет. На конкурсе демонстрировала небезызвестные методики, однако, возможно, именно особенное отношение к детям и умение их заинтересовать и привело ее к победе. Когда заходишь в группу и видишь эти глаза, то уже не думаешь о том, любишь ты их или нет. Они любят тебя, и ты должен отвечать им взаимностью, иначе контакта не получается. В этом году благодарственными письмами за особые заслуги в профессии получили порядка 50 педагогов региона, и с каждым годом заметно растет профессионализм работников дошкольного учреждения. Кристина Жакот, Юрий Конехин, новости Ульяновской правды.